как ему нравится сырое яичко. Желточек. Даже позу поменять не хочет. По какому ты сидишь? Ромка. Лежит, а не сидит. Все. Сезон дождей закончился, снова жарища. Не хочется на кухне ничего такого глобального делать. Собрала все, что осталось из овощей. Две спинки у меня еще есть. Кусочек капусты, зелень какая-то. Сделаю любимый свой такой вариант на одной сковороде. Обжарю это все дело. Добавлю риса. Риса. И протушу. Будет что-то типа рагу. Окрошки уже надоели. Хочется чего-то такого существенного. Хочу капустного. А борщ варить мне чего-то жарко. Так. Собирала сегодня таких вот паршивых яблочек. Варю с них компотик. Я их не стала особо перечищать, лишь бы гнилых не было. Мне нужен всего-навсего отвар. Вот. Поставлю в холодильник, будет что пить. Эту жарищу. А еще сегодня нашла 3 таких огурчика. 2 мы уже заточили на завтрак. Умяли. Вот. И один еще остался на ужин. Там с капусточкой порежу. Как-то неуютно сегодня, не выспалась. С 2 часов до 5 почти не спала. Вот. Шумно было в соседнем городе. Вот сейчас слышно, где-то что-то гупает. И конкретно так настроение такое. Неуютно, короче. Вот. Ага, еще я сейчас открою томатную пасту. Банку. Будет и томатный сок сделаю. Тоже в холодильник поставлю. И на зажарку к этому, к нашим спинкам. Такая у меня паста шикарная. В этом году помидоров нет. Поэтому я буду немножко так подкупать такие баночки, чтобы хватило на всю зиму и сок пить, и в блюда какие-то вложить. Так. Все, блюдо наше такое незатейливое, быстро, без рецепта. Все, что есть. Даже кабачок кину туда. Вот. Чтобы не валялся хвостик. Это вчера запекали на мангале. Остался. Ну все, закипел. Закипели яблоки. Парилку развела прям. Теперь настояться. Сахар я сразу не добавляю, а то фрукты впитывают. Потом лучше в бутыли належу сахар. Все, надо накрыть, потому что Ромка вскочит сюда. Наелся, желточка наелся, спит. Папа принес с магазина мороженое. Открывай. Сейчас откроем, вскроем. За хлебом ходил. Хлеб стали привозить. А там в нагрузку дают мороженое. Вуаля, полчаса и обед готов. Всем, кто сейчас обедает или ужинает, всем приятного аппетита. Это очень быстро и очень вкусно. И разгружает холодильник.